Я благодарен Тагилу. Спасибо, научили многому. Это была особая школа, особая подготовка, которую прошел в детстве. Из нас готовили на случай войны каких-то людей-зверей. Мы в темноте разбирали, собирали на секунды, на время автомат Калашникова. Мы делали марш-бросок на 3-5 километров на лыжах, 40-градусные морозы. Нас держали в морозе, в голоде, в драках постоянных. Из нас готовили зверей, функционеров таких на крайний всякий случай. Подготовили прекрасно.